первый грузовой состав с товарами из России прибыл в китайский город Ганчжоу провинции Цзянси по новому железнодорожному маршруту. Товарный поезд доставил в Китай 38 контейнеров с различной российской продукцией – кукурузой, растительным маслом, мукой, соевыми бобами и мороженой рыбой. Транспортировка товаров началась из города Канск на фурах до населенного пункта Базайха, где контейнеры были погружены на поезд. Общая протяженность маршрута до китайского города Ганчжоу составляет свыше 7 тысяч километров. Город Ганчжоу является довольно отсталым населенным пунктом в экономическом плане из-за тяжелого рельефа местности. По мнению специалистов, новый железнодорожный маршрут должен стать важным торговым коридором с Россией и дать толчок развитию данного региона. Нагрузка на грузовой железнодорожный маршрут Чунцин-Синьян-Европа увеличивается. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КПП «Харгос». За первые три месяца года через «Харгос» было вывезено более 274 тонн груза на общую сумму 123 миллиона долларов США, что на 150% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечу, что маршрут Чунцин-Синьян-Европа был запущен 6 лет назад и стал первым из соединивших Китай с Европой. Китайский порт Ляньюньган принял первую партию транзитного груза из Узбекистана. 50 стандартных контейнеров ждут перегрузки на корабль, и уже в ближайшее время их отправят по морю к конечному месту назначения – южнокорейский Пусан. Как заявили в администрации китайского порта, Ляньюньган готов стать одним из основных логистических хабов для товаров из Центральной Азии. Для этого сейчас проводится соответствующее приготовление. Транзит через Ляньюньган позволит заметно уменьшить логистические издержки и сократить время доставки.